Друзья, приветствую всех на моем канале. Я хочу сегодня сделать новый ритуал, который называется «Резонанс с Вселенной». Войти в резонанс Вселенной, потому что очень часто вы какие-то заявки посылаете в космос или аффирмации читаете, или вы Вселенную просите, чтобы вам что-то дали, а Вселенная молчит, потому что очень часто вы находитесь сами по себе, Вселенная сама по себе, и вы не можете войти в резонанс с Вселенной для того, чтобы Вселенная вас услышала. Ну, это можно так кратко объяснить, да, потому что происходят немножко другие вещи, когда вы просите, особенно словами, когда вы просите, читаете аффирмации, конечно. Друзья-фантазеры читают аффирмации, которые не работают. Вы настраиваетесь, Вселенная вас не слышит. Вы можете читать аффирмации много-много раз. Мантры очень многие читают, такое-то количество раз нужно прочитать. У меня подруга читала когда-то, это было очень много лет назад, потому что там было написано, что если прочитать, ой, это, наверное, лет 20 было назад, если прочитать 100 тысяч раз эту мантру, то она выйдет замуж. 100 тысяч раз, она читала несколько месяцев. Она все подсчитывала, она прочитала 100 тысяч раз, замуж она не вышла до сих пор, ну просто ей уже не нужно, понимаете? Но тогда у него было за кого выходить замуж, и вот она так усердно старалась. Я ей сказала, говорю, знаешь что, дорогая, ты понимаешь, смысл в чем? Там написано, что можно выйти замуж, но там не написано, что ты выйдешь замуж именно за твоего друга, с которым ты 20 лет дружила, понимаешь? То есть фишка в том, что там Вселенная распоряжается по-другому. То есть не работают мантры так бы вам, как вам хотелось бы. Друзья, я так долго дам это вам объясняю. То есть, конечно, у нас в Одессе все шутят, поэтому я и так в шутку сказала, но в каждой шутке есть доля шутки, и все остальное правда. Поэтому она не исполнилась то, что там было в книжечке написано, и мантра не сработала. Но другой вопрос, что ей уже просто не нужно, или многим из вас уже не нужно замуж. Это просто пример, или не нужно что-то другое, или вы просите неправильно. Потому что вы просите словами, друзья. Разные виды магии есть. В эзотерике есть разные законы в магии. Поэтому ваши слова не доходят до Вселенной. Поэтому в моих ритуалах вы очень часто спите. И потом пишите, почему же вы спите постоянно. Кстати, не все спят в моих ритуалах. А я всегда вам объясняю, что, друзья, вы спите, потому что вы на разных частотах с моими ритуалами. В моих ритуалах работает определенная частота, определенная энергия. Точно так же во Вселенной много всего интересного. И ваши слова очень часто просто не услышаны. То есть они не доходят до адресата, скажем так. Да? Поэтому сегодня я хочу сделать ритуал резонанс Вселенной, войти в этот резонанс, чтобы быть на одной волне с Вселенной хотя бы на какое-то время или на какое-то мгновение, или чтобы вас услышать, или знаете как, вот эти сигналы, которые вы посылаете, чтобы Вселенная их услышала. Вы знаете, что в моих ритуалах работает энергия. Я поддерживаю вам энергию в каждом моем ритуале, потому что высшие силы меня учили более 20 лет. Я практик, поэтому я работаю с энергиями. Все в мире есть энергия. Все снаружи вас, внутри вас, все есть энергия. Все мои ритуалы основаны на этом. Энергию я поддерживаю в каждом своем ритуале.
Вы просто смотрите, можете спать, можете дремать. Как хотите, можете расслабляться, можете что-то о чем-то мечтать, думать. Мы уже в ритуале с вами. Я могу молчать или разговаривать. Или что-то вам просто рассказывать, вы потом пишете, да, вы уже привыкли к моему голосу, ваши животные привыкли к моему голосу. В моих ритуалах даже голос работает, поэтому не нервничайте. Настраиваемся. Входим в резонанс. Вы можете чувствовать в разных чакрах, разные будут у вас ощущения, даже другие ощущения. Чем другие могут быть ощущения, чем в других каких-то уже ранее просмотренных ритуалах. Каждый день мы другие, ритуалы другие, энергия другая. Даже если вам кажется, что в моих ритуалах все одинаково или они похожи, но каждый день мы разные. И ритуалы разные, энергия разная. Здесь и сейчас. Каждое мгновение, все мгновения разные. Потом расскажите, кто кого видел в этом ритуале, или если будет интересно. В комментариях расскажите, друзья. Работаю с вами сейчас, друзья. Все хорошо.
Я специально вам не рассказываю картинки, чтобы вы каждый увидели что-то свое. Я вас вижу, вы светитесь как через рентген, да, как на рентгене. Вот я вот как-то вас так вижу со стороны, вот такие светящиеся. У вас могут быть интересные ощущения. Даже не хочется выходить из этого состояния, да? Ощущения сногсшибательные. Шикарный ритуал, просто шикарный. Я имею в виду по ощущениям, по энергетике, да? Возвращаемся, друзья. Кто куда улетел мыслями или в какие-то пространства попал, возвращаемся. Вернулись, все нормально, мало ли кого, куда унесло энергетическим течением, или вы улетели куда-то в другие пространства, да? Возвращаемся, все нормально.
комфортно, замечательно, легко, свободно. Хочется жить, любить, творить, созидать свою жизнь, строите вы. Я вам только помогаю, друзья. Высшие силы вам помогают через меня. Я читаю ваши комментарии, благодарю вас всех за все. Ощущения ваши пишите, благодарности в комментариях, пишите ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов, друзья. Я читаю все ваши комментарии, все ваши вопросы ко мне по поводу консультаций или личных с вами, работы с вами, или личных чисток с вами, да, если вы хотите. Пишите только на WhatsApp, Viber, в Telegram, только SMS, друзья, не звоните мне, пожалуйста, я отвечаю всем. Все мои консультации платные, все бесплатные ритуалы на моем канале, да, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь. Желаю вам в миллион раз больше всего того, что вы желаете мне. Вместе мы сила, вы помните, да? Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!